таким пастухом, но це более не наше дело. И видит, что тот уже как бы, и у него такое на лице написано, знаешь, по самому, что он рад. А тот попрыгал, 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 потом как дал ему с упором идти в живот. И он начал делать, и у пастухова сразу лицо поменялось от мужества, знаешь, Давай, 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 следующее. А когда он каждый делает через себя и сам подумал? Ну, это другой разговор. А тут он пошел за все поле. Прыг, 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 тут прыг, прыг, а потом раз с упором ноги. И Артем такой спокойно, спокойно, а потом, знаешь, на лице... Блин, обдурили! Что-то он все Игорь звонил, а не пришел. Нет, он позвонил, сказал, что много уроков, отпросил. Ножки шире поставь. Отсюда. Вот посмотри, вот движение. Да. Раз, два, оп. И тогда ему легко, и тебе падать легко. Еще раз. Поставь ногу. Подошел. Смотри. Подошел и раз. Раз. Убирай. Вот он убирает, и ты разворачиваешься уже стыжами броска. То есть отсюда подошел и раз. Все. 30? Да. 30. Я в шоке, пацаны. Так, он тут чучело. Я же на нем кимоно. Что ты берешь? Вот сюда. Ты его берешь вот так. Раз, берешь. И бросаешь хоп сюда назад. И здесь смотри. Ниже надо приседать. Вот, смотри, как Владимир. Я
получится. А ну да, Ник, давай покажи этому пацану. Вот. Так, Владимир, ты бросаешь Даника, а ну сбросил учитель игру. Я его? Нет, чучело. А. Вот это Даник, а ну брось его. Вот так, молодец. Блин. Ты так Даника через грудь бросил, красавчик. Блин. А ну Даник, вот, ответь ему, блин. Хорошо, брали чучело. Хорошо. Пошли вокруг ковра. Сняли кимоно. Сняли, блин.